Добрый день, наши уважаемые покупатели. А магазин «Олимпия» опять с вами. Итак, город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич». Ждем вас в гости на примерку. Посмотрите, какая шикарная коллекция у нас уже в торговом зале. А наши подписчики, которые по соцсетям, мы находимся и в ТикТоке, в Телеграм, ВКонтакте, в общем-то, и, конечно же, в Инстаграм. Итак, это все для вас. Сейчас я хотела бы показать вам новую модель, которая пришла с 44 по 54 и даже 56 размер. Успевайте. Это шерсть, шерсть мериноса, которая отличается такими характеристиками, как высокой теплоотдачей, это просто шикарная. Дальше гипоаллергенными свойствами обладает, но и, конечно, даже лечебными. Итак, длина изделия 75-80 сантиметров, она будет зависеть, конечно же, от длины изделия. И в данном случае было принято решение эту куртку в двух цветах сделать. Куртка даже уже полупальто. Это вот такой вот белоснежный цвет, очень красивый и востребованный. И новый цвет, новый в этом сезоне, оранжевый. Очень хорошо этот цвет работал и в кожаном сезоне. Итак, в отделке. Вот такая у нас получается отделка, писец. Финский писец в черном цвете. Здесь сделано очень грамотно. Все молнии крупные, выполнены также в черном цвете. Полоса из молнии на рукаве, также на втором. Это всегда зрительно сужает и вытягивает наш силуэт. Данную модель мы можем рассматривать на холодное межсезонье и, конечно, на зимний период. Температурный режим даже до минус 20 градусов. Высокий, хороший капюшон, который защищает затылочную часть. Это очень важно. И длина изделия. В данном случае длина закрывает хорошо бедренную часть 80-75 сантиметров. У меня рост 168. Наличие прорезных карманов, которые на магнитах. Ну и хочу вам показать фактуру. И, конечно же, вот такая вот хорошая фурнитура. Да, замки крупные идут, и они пересекаются с основным. Классный цвет. Стоимость изделия за счет того, что отделка здесь идет писа, 33 600. Подклад тоже нарядный, в общем-то гармонично подходит под цветовое решение основного изделия. Итак, размерная сетка до 54 и даже 56 размера. Вот такой вот красивый цвет оранжевый. И я специально показываю фактуру сырья. Это очень важно. Дальше. Во все капюшоны практически мы поставили не подкладочную ткань, да, которая из ацетата, из шелка, а именно мех, чтобы было удобно, комфортно, тепло. Это делается для того, чтобы избежать вам, допустим, головной убор. При таком объеме меха его запросто можно, ну, в общем, я думаю, только, наверное, минус 30-40 одеться и утеплиться. Итак, второй цвет, это белоснежный. И смотрится очень элегантно и экстравагантно. Во-первых, сочетание черного и белого, мы знаем, что это всегда базовая классика. В данных всех изделиях, в данной коллекции, пожалуйста, милые дамы, кто рост выше 175-178, есть запросов и очень много, мы специально удлинили рукав. То есть здесь он идет больше, чем стандартный. Но опять же, кто средний рост, чуть ниже, пожалуйста, не стоит бежать в ателье с корняком. Можно просто его подзагнуть. Посмотрите, как красиво смотрится сочетание черного и белого. Очень удобный капюшон, который простегивается наглухо. Вот таким вот образом. И вообще очень комфортные. Несмотря на то, что вообще шерсть по своему составу легкая, да, но, опять же, напоминаю, с великолепной теплоотдачей. Все изделия мы посадили на подкладочную ткань. Опять же, напоминаю, во-первых, это дополнительная и теплоотдача, и изделие на подкладе очень хорошо держит форму. Классная фактура, молния и белоснежный цвет. Итак, данная модель работает в двух цветах, напоминаю. Это красивый, очень солнечный цвет, это оранжевый, великолепный цвет. Я думаю, что он подойдет и брюнеткам, и блондинкам. Ну и, конечно, вот такой белый. Итак, успевайте удлиненные куртки до 56 размера. А мы, как всегда, будем ждать ваши мерки, объем груди, бедер, ну и, конечно же, вашу ростовку.
пишите в директ, делайте фотографии, прикрепляйте выбранные вами модели. Ну и всего хорошего. Хотела бы напомнить, что сейчас у нас действует летняя рассрочка. То есть, выбирая изделие, вы можете зафиксировать его и равными долями в течение 3 месяцев, зафиксировав цену, и можете расплачиваться в течение 3 месяцев. После последнего платежа мы высылаем на указанный вами адрес. Вообще это очень удобно. Это предложение от магазина «Олимпия». Итак, всего хорошего, а мы идем дальше. И будем показывать, представлять вам новую коллекцию, которая у нас уже в салонах магазина. Всего хорошего!